Международные спортивные игры «Дети Азии» в этом году пройдут во Владивостоке. Для проведения соревнований активно готовят центральную площадь города. Здесь юные спортсмены сразятся в пляжном волейболе и баскетболе 3 на 3, армрестлинге и брейк-дансе. Я знаю то, что эти игры проходят каждые 4 года в разных странах по разным видам спорта. И соревнования высокого уровня проводятся. Будешь ли ты следить за этими играми? Да, я буду следить за этими играми, и также я участвую в них. Я участвовала в соревнованиях высокого уровня, готовлюсь к Детям Азии. Думаю, будет, сложно. Монтаж площадок не прекращается даже из-за плохой погоды. Рабочие укладывают песок в дождевиках. Привлекли тяжелую технику. Важно успеть закончить все в срок. До начала спортивных соревнований осталось совсем немного времени. Слышали ли вы что-нибудь про Детей Азии? Нет. Честно, нет. Как вы думаете, что это может быть, учитывая, какие тут масштабы подготовки проходят? Скорее всего, спортивные мероприятия. Да, спортивные мероприятия, которые готовят. Я знаю, хоть и немного, но могу сказать точно, что это достаточно очень интересное событие, связанное со спортом. И с Детьми Азии, как исходит из названия. И лично я считаю, что это достаточно достойное событие, чтобы ее посетить. Особенно нас здесь. Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Соревнования будут проходить не только в центре города, но и в Фетисов-арене, на стадионе «Динамо», комплексах «Юность», «Молодежный» и «Олимпиец». Олег Завьялов, Василий Тихонов, Вадим Попов. Новости на Восьмом.